Таисов. Символ Муринга. Ему 26 лет, рост 175 сантиметров. Профессиональный рекорд. 5 побед при 2 поражениях. Он является чемпионом стадиона Лумпини по тайскому боксу. Представляет бойцовский клуб «Забит Советов». Из Баку, республика Азербайджан, синий угол. Амин. Шахмадзаде! Его соперник красного углу, ему 20 лет, рост 183 сантиметра. Профессиональный дебют спортсмена, являющегося бронзовым призером чемпионата России по К1 этого года. Он представляет клуб кикбоксинга «Ахмат» из Чеченской Республики Россия. Красный угол. Мансур Раиса. Рефери в ринге Рашид Апазов. Итак, Амил Шахмарзаде против Мансура Раисова. Второй. Надо, конечно, здесь учитывать, что у него 5 профессиональных боев провел. У Раисова это дебют. Первый там даже бой. 7. 5 победных. 5 побед, 7 боев, да. И он еще и старше на 5 лет. То есть это может сыграть роль в данном поединке. Все-таки опыт. Ну и выглядит очень так внушительно, да? Да, конечно. Уверенно начинает этот поединок. Хороший фронт-кик, ну и тут же отвечает неплохой атакой Шахмарзаде. Здорово прям, у каната атаковал Мансур Раисов. Еще удар в область груди прямой. Ну, в любом случае, я думаю, что бой для Раисова будет нелегким. Тем более, что он и первый бой его в карьере профессиональной. И то, что более опытный оппонент у него. Хороший флайни. Очередное, да, от бойцов клуба «Ахмат» мы сегодня наблюдаем. Вот хорошо встретил. Если это флайни не дошло до цели, то встретил он очень здорово справа. Еще посмотрите, классная комбинация, завершающаяся коленом. Еще одно колено в голову. Потихоньку адаптируется в ринге Мансур Раисов. Классный фронт-кик. Мне сюда на первых секундах прям смотрелся гораздо увереннее вот своими передвижениями Амил Шахмарзаде, то уже к концовке раунда Мансур Раисов не кажется таким робким. Он чувствуется базовый тайский боксер, да. Да, ну там вот эти повязки на руках, на бицепсах тоже, наверное, об этом говорят. Да, да, да. Придерживается иммуниции тайских боксеров. Ну, первый раунд хорошо провели оба бойца. Мансур Раисов хорошо провел первый раунд. Если он и дальше будет так работать, и функционально он не подсядет. Бой ожидается, эти два раунда ожидается быть очень интересным. Ну,
азербайджанские спортсмены и по возрасту, и так физически более мощные. И за счет этого удары, наносимые им, они кажутся более такие массивные. Более тяжелые для Раиса. Хороший хай-кик. Снова размен. Ох, коленом, ну и тут запрещен удар. Очень неприятный удар. Конечно, не все бойцы это делают умышленно, но после него восстанавливаться бывает всегда тяжело. Вроде так критичного, судя по всему, ничего нет. Так, ну, попрыгает. Да. Хотя, как говорят врачи, от этих прыжков на самом-то деле никакой пользы нет. Больше такое психологическое успокоение, самовнушение. Хорошая двойка от Раисова. Да. Классно. Отвечает в свою очередь Амиль Шахмарзаде. Я сразу перешел в атаку. Да, и там такая затяжная атака произошла от азербайджанского бойца. Посмотрите, снова в очередной коленом, раз да. Коленом. Да, здорово встречает Мансур Раисов. И при этом активно начинает атаковать вот таких после пропущенных ударов второй раз подряд Шахмарзаде. И достаточно долго продолжается его атака. Он и в клинче в тайском много бил. И посмотри, как сейчас справа попал. Уселся на канвас. Функционально подсел, чувствуется он. Да. Как он стал висеть на нем, конечно, уже было видно, что тяжеловато ему приходится. Ну и почувствовал, что уже проседает да. Соперник Шахмарзаде. Посмотрите, он как хищник идет добивать его. Еще один нокдаун. Все. Сдает бой Раисов, да. Завершается техническим нокаутом это поединок. Вот, посмотрите. Перешли мы, как только мы перешли к рейтинговым боям, уже второй бой подряд, второй поединок подряд одержит победу представители команды Забит Самедов. Одержал боец синего угла Амир Шахмарзаде.